Да, сегодня мы идем на собрание к детям в школу. Нам дали оценки за второй семестр. Вот так выглядят табеля в испанских школах. Здесь оценки за первую четверть, здесь оценки за вторую четверть. Самая высокая оценка – это sobre saliente. По-нашему отлично. Хорошо – это notable. Удовлетворительно – то, что для нас удовлетворительно, для них bien. Хорошо. И самая средняя оценка у всех учеников – это bien. Нам кажется, что в Испании никто не стремится получать отлично. Может, нам так кажется. Я думаю, что нам так кажется. Да. Есть оценка, которая ниже bien – это suficiente. Достаточно или удовлетворительно. А потом уже идет неаттестация – insuficiente, недостаточно. Ну и потом, вот смотри, вот у нас же двое детей, да? Диана во втором классе, а Давид, получается, в шестом классе. Вот получается, Давид на следующий год должен пойти в секундарию, да? Да, ну, то есть как сейчас бы... в шестом классе заканчивается начальная школа. Да, начальная школа так долго, действительно. И с седьмого класса начинается, как у нас, среднее образование. Да, и вот что интересно, что, наверное... Уже дети, я думаю, себя будут совершенно по-другому показывать в секундарии. Потому что говорят же, что секундария вообще, ну, она отличается по силе своей, ну, по качеству образования. Да, в Испании очень сильное образование именно в секундарии. Да. В Испании вообще очень сильное образование. Мы когда привели свою дочку в первый класс... Это было. Дети... Наша дочка знала буквы на русском языке и умела считать в пределах 10 в 6 лет. А дети, которые с ней вместе учились в первом классе, они уже складывали, вычитали трехзначные числа столбиками. И вот удивительно... Конечно... Ее быстро в школе научили это то же самое делать. Она быстро догнала, быстро язык поняла. Говорить, конечно, она быстро не начала и до сих пор еще не начала. Но уже все понимает, и какие-то такие предметы, как математика, справляется хорошо. Ну, вот я хотел сказать, интересно про собрание, да, что вот существует у них такое здесь понятие, как учитель, да, встречается с родителями. Да, персонально. Один на один персонально, да, и он рассказывает, да, там, об успеваемости, о поведении ребенка, о каком-то там, да, каких-то проблемах, как он себя ведет там с другими учениками, да, что да как. Вот это, конечно, классно. Очень удобно, приходишь. Мы уже, да, учимся во второй школе, и это практикуется во всех испанских, да, школах. Получается, да. Частная она была бы, или государственная, или полугосударственная. Здесь именно общение с родителями имеет именно такой характер, персональный. Ну, это очень удобно. Еще есть... очень интересно их отношение к оценкам. Когда нас принимали в школу, у нас не попросили документы с предыдущими оценками. Здесь единственное, что определяет прием в школу, это возраст. То есть, если вы в школе учились в пятом классе, но вам было 13 лет, то вы здесь можете попасть в седьмой класс. Да, но учиться все равно, конечно, надо хорошо, потому что, вот получается, видишь, нам же говорят, что, допустим, чтобы перейти из начальной школы в примарии, да, в секундарию, да, то нужно, чтобы количество... Ну, оценки были довольно-таки хорошие, да? То есть, но нужно, чтобы не было задолженности, не, да, не аттестации каким-то предметом. Ну, по-нашему так это вообще двойка, по-нашему за двойки выгоняют из школы, и в секундарию, из секундарии средней школы вообще отправляют в специальные школы. Вообще, в принципе, мы довольны, да, школой? Мы очень довольны школой. И если сказать про школу, то у нас, получается, дети ходят в школу полугосударственную, да, то есть половину оплачивает государство, и половину оплачиваем мы, родители. Да, а система как в частной. Да, ну и, соответственно, школа имеет, как сказать, небольшой такой, да, религиозный, да, религиозную направленность, да? То есть присутствуют какие-то атрибуты. Да, у них вот есть своя церковь, у них есть церковный служитель. Вот, и они каждый день... перед началом учебы произносят молитву. И также у них есть предмет религия, который проходит 2 часа в неделю. Это, да, все. Ну, мы своим детям сказали, чтобы они просто узнавали как науку, да, все точки, познавали, да, а там уже культуры. Жизнь покажет, что они как. Мы не навязываем своим детям религию или католицизм.
мы советуем им просто изучать это как культуру. Да. И вообще, им очень интересно. Да, и учебники построены в соответствии с возрастом, также они построены абсолютно без навязывания религии, без каких-то... Да, вот это хорошо, там что ничего не навязывается. Просто факты. Так что я думаю, что любой человек, кто захочет отдать своего ребенка в испанскую школу, да, конечно, он ее выберет, да? Да, и можно, ну, абсолютно которая, не бояться. Какая, да, понравится ему, это нормально. Никакого навязывания, никакого давления на нас абсолютно никто не оказывает. Причем дети, кто хочет молиться, кто не хочет, не молится, их не заставляет это делать. Ну да. В общем, я думаю, каждый для себя найдет ту школу, которая ему понравится. А родители, я думаю, будут довольны. Дети в школу ходят с удовольствием. Да, с большим удовольствием ходят в школу, и испанские дети, они очень-очень-очень дружелюбные, они всегда понимают, детство здесь воспитывает во всех правилах, что каждый должен помогать друг другу. Да. Даже в правилах дорожного движения есть такие правила, что вы просто обязаны остановиться и помочь автомобилю, который потерпел какую-то аварию. А еще интересно, что у нас сейчас будет собрание, причем два собрания. Одно для учеников, вот это для сына, который переходит в секундарию, будет одно собрание для учеников, которое будет их настраивать, как учиться в секундарии, что важно в секундарии. И второе собрание будет для родителей, которые, родители уже будут настраивать на правильное отношение к учебе и правильном поведении в секундарии. В общем, таким образом они не зря достигают уровня образования гораздо выше. А еще интересно в испанских школах, что здесь совершенно запрещено драться. Здесь вот за драку могут просто выгнать со школы. Ну все, сейчас смотри, будем в паркинг заезжать, чтобы да. это... Всем пока!